Энфилд Роуд в Ливерпуле. Стадион, с которого в радость работать любому комментатору. Как Ливерпуль? При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. На экране стартовый состав гостей. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Энфилд Роуд в Ливерпуле. Стадион, с которого в радость работать любому комментатору. Как Ливерпуль? При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. На экране стартовый состав гостей. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Энфилд Роуд в Ливерпуле. Стадион, с которого в радость работать любому комментатору. Как Ливерпуль? При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. На экране стартовый состав гостей. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Энфилд Роуд в Ливерпуле. Стадион, с которого в радость работать любому комментатору. Энфилд Роуд в Ливерпуле. Стадион, с которого в радость работать любому комментатору. Энфилд Роуд в Ливерпуле. Стадион, с которого в радость работать любому комментатору. Ливерпуль начинает первый тайм. Роберто Фирмино. Неудачная передача, мяч прямо в ноги сопернику отправился. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Плохая передача, мяч просто покинул пределы поля. Джордан Хендерсон. Джереми Грей. Джордан Хендерсон. Александр Арнольд. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Можно подавать тут. Не дает этой атаке развиться.